я тебе компанию составлю. Ансамбль у нас будет звериный. Я буду на дудке играть, ты на пне на своем. А зайца позовем, он будет на балалайке. Ну давай, говорит медведь, а где же мы зайца искать будем? А говорит, надо за ним в лесу послать. Вот правили за зайцем в лесу. Ждут. Ну, чтобы время-то скоротать, медведь опять за свою щепу-то взялся играть. А волк отправился за дудкой, которую ему перепелиха-то по сходной цене скинула. Вот. Короче, все разбрелись. Ходили, ходили. А тут уж весна настала. А весна настала, пора и о победе подумать. Вот. Ну, лиса и подумала о победе. Сожрала зайца вместе с балалайкой. И даже не подавилась. Так ансамбль и не состоялся. Трагический конец. Это была комедийная драма от Александра Зарчикова. Аплодисменты.